Здравствуйте, подпишитесь на канал. Заходим в мой банк. Вот. Заходим в мой банк. Так, заходим. Платежная карта. Вот. И видим здесь реквизиты. Так, вот наш IBAN счет. Тут это ваш, у меня друг, у вас другой будет, у меня другой будет. Ну, конечно, различается. Если вы хотите получать в долларах, вот, копируйте. Не обязательно это все писать. Скопируйте. Это международный ваш счет. Например, вы хотите из Европы деньги получать в евро, вот, копируйте и указывайте. После поступления денег, иногда банки просят вас подписать кое-какие документы в отделениях, но часто деньги поступают вот здесь в рабочее время только.